На него красный пояс не налазит. Только не поднимет. Таймер 10 минут. Что он смеется, он его удел, вздохнет по 30 килограмм. Не знаю, я боролся с парнем 150 килограмм. Сейчас он упадет. Когда он на меня лёг... Подними руки, подними. Пятку вырви и всё. Так страшно снимать? Стоп, стоп! Отодвиньтесь подальше. Активнее, активнее. Делайте что-нибудь. Сорви захват и... Ни разу. Абсолютно ни разу. Пассивный бой. Боритесь активно. Нормальный бой плюс 100 так-то. Они все так делают. В ногу на него и он упадет. Что чувствую, сейчас дисквал будет. Вот это финал. Ты победил. Вы не боролись оба почти. Вот боролся. Ну давай хоть просто не побороться. Ну вот там. Решение вынес, дай просто не побороться. Будь колено бороться, да. Пусть Патрик поработает. Для публики поборитесь, что. Давай по соточке соберем. Давай так поборешь, хоть что-то. Где-то 7 минут осталось. Беспрецедентный финал. О, на Артем правда. У нас есть победитель на суперприз. Восемь минут, 10 секунд еще вот. А кто заберет призовые, если выиграет второй? А? Кто призовые заберет, если второй сейчас выиграет? Не знаю. Главное, что... Третья схватка будет? Они поделятся. Лебедев выиграл главный приз. Специальный приз. Этот. За самую зашкварную победу. Давай, заканчивай. Ты кусок сыпь тоже. Подводите тумбочку, подходите. Блок ныряй. О, Женя, молодец, телефон себе спас. Законно выиграл. Жень, тащи суперприз. Спортсмены, мы вам еще руки не подняли. Сейчас же Чехов суперприз принесет. Как я уже говорил в начале сегодняшнего утренника, у нас учрежден суперприз за самую, как мы тогда сформулировали, зашкварную победу. Но это когда выигрываешь из квалификации соперника. Но. Но он потом выиграл, нормально. Ну, я на расстоянии.
надо восьмером ловить. Набирайся сил. Поздравляю. Медаль.